На календаре 1 мая. В этот день во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда. В городе Хасавюрт ежегодно встречают этот праздник со всем радушием. Проведение общегородских традиционных мероприятий, различных выставок в Центральном парке служит тому примером. Как украшение всеобщее, украшение души человеческой. Вот праздник 1 мая. Праздник труда, праздник братства, дружбы. Мы очень рады, что сегодня Хасавюрт отмечает такой радостный день. И при том отмечает в условиях, когда наступает всеобщий мир, согласие. Мы чувствуем, что руководство города в лице Саид-Паши Дарвишевича, руководство республики Рамазана Абдулатипов очень много делает. Я хочу всех хасавюртовцев поздравить с этим замечательным праздником. Хочу пожелать, чтобы мы и в дальнейшем жили в дружбе. Хасавюрт в прошлом числился первым в списках как город дружбы, как город спокойствия. Вот это сейчас подтверждается. Каждый год 1 мая и 1 июня наш Дом детского творчества устраивает выставку в парке для детей. Мы рады этим праздникам, мы рады, что дети подходят к нам, что они видят. Вот эти все работы, которые вы сняли, они изготовлены руками детей. Дети у нас остаются не у дела, поэтому мы приглашаем всех к нам в Дом детского творчества. А теперь всех с праздником! Помимо представителей Дома детского творчества, выставки организовали и работники Центра технического творчества учащихся, а также детская художественная школа, которые не только показали, но и рассказали о работах своих учеников. Здесь дети с удовольствием приходят в наш центр. Они первые навыки трудового обучения проходят у нас. Судомоделирование, авиамоделирование, техническое творчество. И результат, вот такие прекрасные вещи получаются. Мы в этот день выставляем работу детской художественной школы, как всегда. Они с удовольствием рисуют плакаты на 1 мая. Желаем всем счастья, здоровья. День труда – яркий весенний праздник. Это день, когда организовываются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей. От души поздравляю всех горожан с таким праздником. И сегодня же такой солнечный день. Было очень приятно, весело с людьми. Ну, большая радость детям. Спасибо вам за организацию. Далее завершающий этап праздника – концертная программа, организованная представителями Управления культуры и образования, никого не оставила равнодушным.